Im Borussia Park in Mönchengladbach willkommen zu einem großen Name Champions League Club und eine wunderbare Möglichkeit für Borussia Mönchengladbach den Ernstfall zu testen. Hören wir mal ein bisschen rein hier im Gesang der Gladbacher Fans. В остальном же новому тренеру Фрэнку Лэмпарду нужно придумывать какие-то новые ходы, строить новую команду. Посмотрим, получится ли у него с первого же сезона взять какой-нибудь трофей. Может быть, Лэмпард — это легенда Челси, мы помним. Он был капитаном этой команды, выигрывал с ней Лигу чемпионов. Я думаю, что озвучивать составы мы начнем уже после стартового свистка арбитра. Ну, отметим, что на самом деле составы вполне себе быстро. Мы игроки полевые. Аспиликуэта — 28-й, Курдзума — 15-й, Андрес Кристенсен. Сейчас включает пяточки и отрывается. Он сейчас практически выходит один на один с Кепой. Бьет ближний угол мимо. Но вот, пожалуйста, 2 минуты прошло. Правый защитник, вот он, Фрэнк Лэмпард на наших экранах. С интересной своей командой помочь. Тюрам справа, пас низом в штрафную площадь. И удар, который наносил сейчас Дориан Нойхаус. Вот еще один шанс. Тот случай, когда... И в том числе вот, собственно, Марк Роза, да, новый тренер для Гладбаха, и будет активно пытаться играть мяч, чтобы держать его больше самим, собственно, да. Но вот Челси сколько? 4 минуты 30 секунд позади. По-моему, не стало сам бить. Направо нужно отдавать, но как-то слишком такая передача слабо получилась. Есть все-таки подача, есть удар довольно опасный, кстати, надо сказать, от Маунта. Все от того же. Мяч перелетает перекладину, и тем вступает. Через центр, но здесь уже спросили что угодно, даже если не касается футбола, как, но ответить. Так что, пожалуйста, здесь тоже перекинулись пары фраз, и первый желтый в нашем матче. Эверсон грубо играет. Первый официальный матч Челси он проведет в стартовом составе, а вот момент как раз у Эбрахама. Зоммер выручает. Эбрахам сказал перед этим матчем, что если оценивать его собственную готовность к сезону, да, вот если вот такой неуверенный игры в начале, как раз таки действительно неполная готовность. Здесь Тюрам снова пришел пробить сам, но ситуация практически идентичная той, что была в начале матча. Кепа. И вот шанс у Гладбаха, чтобы забить. Удар, гол 1-0, 13-я минута. Кепа Арисабалага ошибается. Соперник за это наказывает. Это Алассан Плеа, который второй сезон за Гладбах, да, ну, проведет, скажем так, официальная часть еще не стартовала. Алассан Плеа, талантливый, одаренный, забивной нападающий. В прошлом сезоне забил 12 мячей в Бундеслиге в 28 матчах, которые ходил. Не проблемный игрок для тренеров. Это важно понимать, передача на Абрахама не прошла, Зоммер. Ну, вот ошибся бывает еще раз, например. Ну, ошибся еще раз, но в противном случае, да, если отказываться от такой. Так, у голевая ситуация возникает, в штрафной площади мяч, но Мейсон Маунт затянул в передаче, удар в итоге нанес Педро, не точно. Хотя вроде было время обработать, можно было чуть сблизиться с Зоммером. Не хватило, но не сам шел в обход. Зума, эффектно. Сколько там? Под 40 миллионов евро. Да, даже за 40, да, там 45. 40, да. И он считает, что, опять же, ну вот... У Гладбах есть разрывы в линиях уже у Челси. Полузащитники опаздывают вернуться в оборону. И вот, пожалуйста. Что, наверное, тоже одно из вений, да, футбола современного. То есть футболисты более ценятся универсальнее, чем те, которые... Когда Кепа отказался уходить с поля. Здесь подача в центр. Нет удара, хотя... Это надежда для Челси. Пульшич в товарищеских матчах себя неплохо показывает. И забил. Пульшич сделал передачу налево на Эмерсона. Подача. Ну и там спокойно. Пульшич. Эмерсон. Жесткий подкат. Теперь же от игрока Гладбахской Боруссии. Третья карточка. Долго сейчас... пытается разобраться, что здесь делать, куда дать Плеа. Момент упущен. Ну и вот такой удар. Летел в квалификации Лиги Чемпионов. Вот сорвенные звезды, момент. Сказал, что это одно из требований Лэмпарда, чтобы очень активно защитники нашли, крайне подключались к атаке. Здесь Сандхаузен, я уже сказал. В Бундеслиге в первом туре Гладбаху играть дома с Шальке, да, сразу же. Он избежал этого, здесь отличная передача. Маунт бьет ближний угол. Сейчас Нойхаус.
Лиана Хоффмана и 2-0. Боруссия быструю атаку провела. Ну и вывел на ударную позицию Йонаса Хоффмана. Здорово, да, в несколько передач. Причем, обратите внимание, что находился на грани офсайда Хоффман, да, но при этом передача последовала. То есть вот здесь, да, можно было вроде как катнуть направо. Ну, офсайда, по-моему, не было. Нет, офсайда не было, да, хотя нам не считалось. 12 мячей в Бундеслиге, 30. Offside, по-моему, не было. Нет, офсайда не было, да, хотя нам не считалось.